Всем мое почтение, друзья, и сегодня 17 июня 2022 года появилась вот такая информация, которая в Украине прошла, как обычно, незамеченной, но это очень важная информация. В Нидерландах заявили о задержании российского разведчика, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге. Задержанный, как сообщается, воспользовался поддельным удостоверением личности гражданина Бразилии, чтобы внедриться в качестве интерна в структуры Международного уголовного суда, в котором в том числе и рассматриваются дела по преступлениям военным в Украине. Видите, так все непросто. По сути, фактически ФСБ России или внешняя разведка России хотела внедрить агента в Гаагу, значит, волнуются, значит, переживают, что рано или поздно придется отвечать. Но какая цель была этого человека? В чем заключалась эта цель? Непонятно. Интересно, конечно. Поживем, увидим, что будет дальше.